Привет, котятки! Этот год был сатанинским для меня, поэтому проводить я его собралась также в костюме адской снежинки. Даркуха, метол и все такое. Если вы тоже неоднократно думали, горе оно все в аду в 2019-м, этот образ для вас. Сейчас все подводят итоги года и даже десятилетия. Этот видос я сняла без комментариев, поэтому расскажу вам о своих успехах фоном. Итак, за эти 10 лет я... Поступила в универ, бросила универ. Начала зарабатывать, делая маникюр. Захотела стать визажистом. Передумала быть визажистом, потому что ко мне не выстроилась очередь из миллиона клиентов. Продолжила делать ноготочки. После универского КВН ушла шутить шутки с пацанами в юмористическом шоу. Трижды была в камеди-баттле на ТНТ. В команде с друзьями была в финале передачи от уральских пельменей на СТС. Снова решила быть визажистом, но теперь взяла жопку в кулак и стала расти в этой сфере. Познакомилась с классным парнем в интернете. 31 декабря отмечаем 6 лет вместе. Накрасила Олю Маркис, Ёлку, Нойза, Пелагею, думала, круче быть не может. Но стало скучно, написала Алине Пязок, стала работать с Little Big. В составе Little Big Production отвечала за макияж и прически в более чем 30 клипах известных артистов. Завела канал, забила на канал. Воскресила канал, снова забила, снова воскресила. Каким-то чудом набрала 158 тысяч подписчиков, большая часть которых ждет от меня только бэкстейджи. Сволочи. Стала бэк-эмси в группе «Татарка». Выступала с группой раз 15, один раз даже в Ледовом дворце. Концерты были не наши, мы выскакивали с двумя песнями в середине программы Little Big, но все равно было потрясно. 4 года страдала какой-то около депрессии, до сих пор не поняла, что это, но усердно изучаю вопрос, чтобы снова стать счастливой ебанушкой. Растолстела до 80 килограмм, похудела на 17 и... Вот она я, сижу в теплой уютной атмосфере, разукрашенная под слугу сатаны. В 2020-м хочу разобраться в своей голове и накачать задницу, стабильно выпускать ролики на ютубе и подарить папе тачку. А подписчикам желаю больше внимания уделять себе и тому, что вы делаете. Проживать свою, а не чужую жизнь, хорошо высыпаться, есть мандаринки и любить маму. А для всего остального есть отдельный котел в аду. С Новым годом! Новым годом!